Здравствуйте. Время новостей на телеканале «Культура». В студии Анастасия Изюмская. Смотрите в этом выпуске. Екатерина Великая примеряет золотую маску. Исторический мюзикл театра музыкальной комедии Екатеринбурга претендует на награду в 7 номинациях. Треножник работы Андрея Воронихина, изготовленный в 1804 году, снова украшает дворец в Павловске. Он вернулся на свое прежнее место после реставрации. На его снимках важнейшие события и атмосфера 20 века. Фестиваль «Мода и стиль фотографии» представляет выставку легендарного французского фотохудожника Марка Рибу. Основав фестиваль «Кремль музыкальный», Николай Петров сделал ставку на открытие новых имен. Не стал исключением и 10-й юбилейный фестиваль. Когда Николай Петров впервые играл в Оружейной палате Кремля, его поразила акустика музейного зала. Здесь все звучало великолепно. И фортепиано, и скрипка, и саксофон. Тогда у пианиста и зародилась идея сделать Кремль музыкальным. И теперь об этом Николай Петров напоминает ежегодно. 10-й юбилейный фестиваль «Кремль музыкальный» открыли накануне под музыку Вивальди, Генделя и Моцарта. Репортаж Елены Озеровой. Николай Петров признается, что чувствует себя сегодня именинником. В 10-й раз проходит его фестиваль, самый субъективный фестиваль на свете. Ведь его участников он выбирает единолично. Список довольно внушительный. Это и пока малоизвестные у нас имена: французский пианист Сиприен Кацарес, певица Юлия Лежнева и друзья Петрова. Скрипач Дмитрий Коган, пианист Александр Гиндин, Константин Арбелян и его оркестр. Господи, неужели кого-то я забыл? Нет, вроде бы так никого не забыл. Да, я забыл себя любимого. В этом году Николай Арнольдович явно поскромничал. Он, конечно, принимает участие в концерте открытия, но лишь заключительным номером. А почетное первое место предоставил друзьям, оркестру Константина Арбеляна и юной певице Юлии Лежневой. Ей всего 20 лет. Она только закончила музыкальный колледж при Московской консерватории. Сейчас учится в Кардиффе. Но еще 3 года назад громко заявила о себе победами на конкурсах. И это не единственное, чем Юлия Лежнева удивляет. Похоже, что в России наконец появилась своя барочная певица. С детства меня тяготило к этой музыке. И потом, ну, я много этим занималась сама. К сожалению, пока не было таких педагогов, особенно специальных, поэтому. Но потом, видимо, какого-то уровня достигла. И получилось, что встретила Марка Минковского, и мы с ним записали мессу си минор. Месса Баха пока единственная запись Юлии Лежневой. Зато в ее репертуаре есть вокальные раритеты. Например, арии из репертуара знаменитого Фаринелли. Эту музыку написал Никола Порпора, известный итальянский композитор 18 века. В России его больше знают как персонаж романа «Жорж Санд Консуэла». И вот, наконец, узнали его музыку. Начиная этот фестиваль, Николай Петров сделал рискованную ставку на открытие новых имен. И все 10 лет попадает в десятку. Елена Озерова, Виктория Дремо, Илья Фомин, служба информации телеканала «Культура». Сегодня в Москве в Малом театре прошла гражданская панихида по Евгению Веснику. Народный артист Советского Союза, на счету которого десятки киноролей, множество ярких работ в театрах Станиславского, сатиры, Малом, в котором Евгений Яковлевич прослужил около 30 лет. Он принадлежал к прославленной плеяде русских актеров, хранителей традиции отечественной школы драматического искусства. Необыкновенная органика, природный юмор, безудержная фантазия, способность к импровизации – все это слагаемые феномены под именем Евгений Весник. Сегодня многочисленные почитатели таланта мастера последний раз приветствовали его аплодисментами. «35 лет русской истории, от прибытия принцессы Цербской в Россию до пугачевского бунта и крымских походов. Минувшим днем на золотой маске царила Екатерина Великая. Музыкальные хроники времен империи. Так обозначен этот спектакль Екатеринбургского театра музыкальной комедии, выдвинутый на соискание театральной премии в 7 номинациях. На награду претендует постановка, а также ее создатели. Композитор Сергей Дрезнин, режиссер Нина Чусова, художник Павел Коплевич, дирижер Борис Надельман и исполнители главных ролей Мария Виненкова и Владимир Фомин.
масштабности проекта убедилась наш корреспондент Лилия Валеева. С афишей екатеринбургской мускомедии смотрят сразу две Екатерины. Обе великие. Только одна это взрослая императрица, а другая юная принцесса Фике. Вот она замерла в шпагате на фоне шикарной кареты. Растяжка почти как у балерины, и бегать во время спектакля приходится не меньше. У Фике Марии Вененковой не только немецкий акцент, но и 7 платьев в придачу. В этом спектакле нечеловеческие переодевания. Когда я просто забегаю за кулисы, встаю, меня раздевают и быстро одевают, и я бегу дальше. А здесь, соответственно, обстановка меняется, и место переодевания, и свет в кулисах, все это. В общем, это технические моменты, от которых никуда не уйдешь. О том, что здесь действительно все по-другому, понимаешь, когда из темноты зрительного зала раздается голос режиссера Нины Чусовой. На прогоне перед московской премьерой нужно освоить пространство, в котором едва помещается чуть ли не половина декораций. Безграничную фантазию Чусовой в Екатеринбурге совсем не ограничивали. Я сказала так: если кто хочет, пусть уходит. И ушли некоторые, естественно. Но кто остался, они очень дорожат этим спектаклем. Это уже большого стоит. И, скажем так, мне разрешали все делать. Вот я вам так скажу, в московской версии не влезли даже половину декораций, которые там... Там часть даже в Екатеринбурге не получилась, потому что нужно было тогда менять вообще все штанкетное хозяйство. С одной стороны, Екатерина Великая, как и любой масштабный мюзикл, проект прежде всего коммерческий, то есть рассчитанный на огромные залы и публику, которая пришла отдохнуть. Потому, надо сказать сразу, историю государства российского по этому мюзиклу изучать не стоит. И нет более кратких и гуманных господ, чем русские дворяне! Даст из фантастики! Возродиться! Возродиться! И наша память! Первый акт нашего мюзикла, или эпический хроник, это ее восхождение к трону в контексте России. А второй акт, это вот ты стал уже императором, значит, ты уже не человек. А ты уже представляешь собой, она и есть Россия. Композитор Сергей Дрезнин не только автор музыки Екатерины Великой, но и идейный вдохновитель всего проекта. Сейчас он в основном живет в Европе и не скрывает своих амбициозных замыслов. По мнению Дрезнина, Екатерина Великая должна выйти на международный уровень. В его партитуре нашлось место и танго, и блюзу, и даже рэпу. Все время ощущение, что мы не в опере. Ни разу не возникает ощущение оперы, кроме финала. Вот тут у нас Екатерина Державная, где она становится легендой, где она становится великой. Прямо вот этот момент, мы подчеркиваем, вот она вот так застывает в позе памятника, причем к две. Этот мюзикл уже кто-то назвал пафосно-патриотическим. Впрочем, это совсем не похоже на Чусову. Режиссер утверждает, здесь много иронии, а главная мысль, что у нас в России мало что изменилось со времен Екатерины Великой. Много будет такого, что, может быть, даже нелицеприятного каких-то вещей, но в то же время это не мешает мне быть патриотом. И у меня там есть одна сцена, как я назвала, вот как у нас в школе учили, у российского народа всегда была вера в хорошего царя. И вот она, вот я здесь ее воплотил. И удивительно, когда вот в Екатеринбурге идет спектакль, именно на этой сцене все плачут. Впрочем, слезы, как и смех, можно будет спрятать за золотой маской. Екатерине Великой она будет явно к лицу. Лилия Валеева, Дмитрий Александров, служба информации телеканала «Культура». В Государственном музее-заповеднике Павловск отреставрировали треножник работы Андрея Воронихина. Этот шедевр декоративно-прикладного искусства начала 19 века вернулся на свое прежнее место и вновь доминирует в интерьере дворца. Какие усилия пришлось предпринять специалистам, чтобы возвращение состоялось, выяснял наш корреспондент Алексей Алиферук. Треножники Андрея Воронихина 1804 года, изготовленные для залов «Войны и мира» в Павловске, одни из этапных произведений императорского петербургского стекольного завода. Античные жертвенники были решены зодчим в нестандартных материалах и поражали современников своими размерами. До этой чаши никогда на стеклянном заводе императорском не выполнялось подобных вещей. Довоенный список вещей, которые подлежали эвакуации в случае приближения противника к Павловску, содержал всего 1000 позиций. Спасали в первую очередь шедевры из парных предметов, выбирали только один, надеясь, что в случае утраты близнеца он послужит основой для копирования. Так произошло с треножниками Воронихина. Один из них остался в резиденции и погиб в пожаре 44 года. Второй вернулся в экспозицию, но после повреждения хрустальной чаши в начале 80-х покинул зал мира. Как казалось тогда музейщикам, навсегда. В 2000 году был большой реставрационный совет представителями ГИОПа, Русского музея. Мы смотрели и не могли ничего придумать. И было вынесено решение, что восстановить, отреставрировать невозможно. И нужно только делать новое.
Около года чашу оперировал выпускник училища Штиглица Дмитрий Розенталь. Сроки определялись рисками. Стеклодувы знают, что произведения подобных размеров несут значительное внутреннее напряжение. Когда прошел разрыв, вот это напряжение освободилось, и произошла там минимальная, но деформация. И мы боялись, что она может, эта трещина, замкнуться, то есть пройти по всему краю. Реставрация стала возможной с появлением новых технологий наращивания стекла за счет бесцветных полимеров и стыковки с помощью оптического клея. В течение первого месяца чаша отмокала в специальном растворе, позволившем удалить следы слишком заметной реставрации советского времени. Второй воссозданный воронихинский треножник для зала войны ждет чашу из Чехии. В Петербурге, некогда славившимся традициями стекольного производства, создать подобную, как говорят стеклодувы, крупнину некому. В целом по России ситуация схожая. У нас закрыт завод в Вышнем Волочке, Пензенский завод, на котором мы вот часть вещей делали, восстанавливали для Русского музея. Uh-huh. Он тоже обанкрочен, тоже не работает. Пусть Крустальный остался, но они такой крупниной не будут. Просто не могут. Процесс возвращения раритетов можно было бы назвать исключительно динамичным, если бы не одно обстоятельство. Перечень специалистов, которые сегодня рискуют взяться за подобную работу в России, ограничивается упоминанием 1-2 имен. Алексей Алиферук, Дмитрий Долгов, Павловск. Во Франции выпущено уникальное подарочное издание романа Достоевского «Преступление и наказание». Каждая страница двухтомника украшена витой с золотой рамкой, внутри которой находится набранный изящным шрифтом текст. На корешках книг – портрет Федора Михайловича. Книга распространяется на льготных условиях. Первый том поклонники Достоевского могут получить бесплатно и без обязательства покупки второго. Если книга не понравится, ее можно даже вернуть. Уильям Хёрд сыграет в новом фильме Ридли Скотта о знаменитом разбойнике Шервудского леса Робин Гуде. Американскому актеру досталась роль Уильяма Маршалла, графа Пембрука, реального исторического персонажа, одного из самых влиятельных фильмов того времени. Съемки фильма уже начались в Великобритании. И еще об одном событии на карте мира Мария Крицкая. 22 апреля в Нью-Йорке открывается кинофестиваль «Трайбека». Организатор и идейный вдохновитель форума Роберт Де Ниро уже не раз заговаривал о необходимости радикальных перемен. В этом году новым креативным директором «Трайбеки» стал Джефф Гилмор, человек, который 19 лет работал с Робертом Редфордом над фестивалем независимого кино «Санденс». При нем этот смотр стал фактически альтернативой Голливуду, так что тандему Де Ниро-Гилмор эксперты уже предсказывают громкий успех. Я хочу сказать, что я очень горд. Когда мы начинали, я вообще не представлял себе, как это должно выглядеть, где фестиваль будет проходить, по каким критериям мы будем отбирать фильмы. До сих пор не понимаю, как это все сложилось, но каждый год меня переполняет чувство гордости. Фестиваль «Трайбека» был учрежден после терактов 11 сентября 2001 года. Он сразу занял место в числе самых престижных кинофорумов мира. Восьмой смотр продлится 12 дней. На нем будут представлены фильмы из 33 стран. Состоится 48 мировых премьер. Одной из программ руководит мэтр Мартин Скорсезе. Мария Крицкая, служба информации, телеканала «Культура». Выставка патриарха французской фотографии Марка Рибо открылась в столице. 86-летний мэтр не смог приехать в Москву, но прислал на фестиваль «Мода и стиль фотографии» 20 работ из личного архива. Заядлый путешественник и азартный фоторепортер, он объехал весь мир, снимал войну во Вьетнаме, сделал серию репортажей о культурной революции в Китае, проехал Африку, Индию, Японию. В 60-х добрался до России. Один из самых знаменитых снимков «Девушка с цветком» сделан Рибо во время уличной демонстрации в Вашингтоне. Он стал своеобразным фотоманифестом движения хиппи. Визитной же карточкой самого мастера признан маляр на Эйфелевой башне. Рибо работал вместе с легендой французской фотографии Анри Картье-Брессоном и сам стал легендой. Автор тысячи всемирно известных работ, как в юности любит затеряться с фотоаппаратом в лабиринте парижских улочек. И на вопрос о своем лучшем снимке отвечает, что непременно сделает его завтра. Египетские археологи обнаружили в Фаюмском оазисе, расположенном на востоке Ливийской пустыни, некрополь времен Среднего царства. Он состоит из 53 высеченных в скале гробниц. Здесь найдены мумии, раскрашенные маски, керамические сосуды и амулеты. Для ученых Фаюмский оазис давно уже стал источником уникальных находок. Ведь именно здесь когда-то обосновались первобытные предки древних египтян. Подробности сообщает compulenta.ru. А поиск во всемирной паутине продолжает Андрей Санников.
Джозефу Ровану достаточно провести рукой в воздухе, чтобы зазвучала музыка. В американском городе Провиденс музыкант-экспериментатор представил новую версию волшебной перчатки. Она реагирует на движение тела человека, в особенности пальцев, и преобразует их в звуки. Стеклянный шар в руках Джозефа также считывает телодвижения. Правда, он мгновенно переводит их в визуальные образы, которые проецируются на экран. Фотограф Карл Моррис на сайте sleeface.com реализует арт-проект «Лицо-обложка». Его цель – оживить музыкальных кумиров прошлых лет. Более 20 тысяч фотографов по всему миру делают снимки, на которых люди прикрывают лицо обложками виниловых пластинок с изображением исполнителей. Для большей реалистичности моделям подбирали одежду так, чтобы она идеально подходила к той, в которой запечатлены артисты. В Испании художественная группа «Мега» устраивает арт-атаки на здания. В небольшом городке Альгамбра они превращают фасады старинных зданий в большой экран, на который транслируют кинозарисовки. Их режиссер – компьютер. В сети он подбирает различные видеофайлы на заданную тему, компонует кадры и транслирует готовый материал. Расскажи мне, какие сайты ты любишь, и я скажу, кто ты. Американский медиахудожник Мартин Сперлинг создал инсталляцию «Локт». Эта установка способна составить психологический портрет человека по его интернет-предпочтениям. Для этого необходимо ввести в программу все ссылки, которые пользователь открывал за месяц. Система через мгновение представит свои выводы и объяснит, чем они мотивированы. Все ссылки на новости культуры из всемирной паутины на сайте телеканала «Культура». Мы ищем, вы находите. Всего доброго. Волшебный сад. Именно так называли витражи, когда в 20-х годах 19 века они появились в окнах многих петербургских домов. Специалисты посчитали, сегодня знаменитые витражи украшают лишь 300 памятников города на Неве. Установить имена художников, их создававших, практически невозможно. Редкой удачей считается обнаружить клеймо, изготовившее их мастерской. О том, какие открытия совершили реставраторы, возрождая витраж из особняка богатого предпринимателя Анатолия Молчанова и его жены, выдающейся русской актрисы Марии Савиной, в репортаже наших питерских корреспондентов. На операционный стол к петербургским витражистам стеклянное панно из особняка Савиной попадает впервые. Об этом произведении эпохи модерна известно немного. 100 лет назад витраж создавался неустановленной столичной мастерской для дома, построенного по проекту архитектора Гейслера. Согласно моде того времени, витражи украшали парадную лестницу и кабинет бывшего владельца дома, супруга Савиной, мецената Молчанова. По композиционной насыщенности кабинетное панно – это скорее даже не витраж, а картина на стекле со своим замысловатым сюжетом. Набег викингов на нормандский или английский замок представлен в колоритных деталях. При первом детальном осмотре специалистов поразила техника, в которой исполнена стеклянная картина. Подобно тому, как художники часто долго готовят холст к работе, стекло витража прошло долгий процесс травления химическими составами. Такой необычный ход. Сколько реставрацией мы занимались, это вот сейчас, по крайней мере, я вижу, что это первый такой попался. Очень интересный витраж, очень проделанная старыми мастерами добросовестная работа. Исходя из общей театральности витража, мастера предполагают, что в роли похищаемой хозяйки замка художники изобразили Марию Савину. Опираясь на известные фотографии, подтвердить или опровергнуть эту версию сложно. До 80-х годов прошлого века витраж служил окном в обычной коммунальной квартире и получил значительные повреждения. Утраченные фрагменты, которые мы должны реконструировать. Естественно, мы там с архивами поработаем, где-то что-то как бы проясним для себя, как это сделать конкретно. В мастерской Алексея Яковлева викинги Савины встретились с новейшими работами петербургских витражистов. Христос, выполненный по эскизу Бруни, на днях отправится в резиденцию митрополита на Каменный остров. Богородица с младенцем только что вернулась с международной выставки реставраторов в Лейпциге, где произвела настоящий фурор и стала своеобразным символом русского раздела экспозиции. Говорить о ренессансе петербургского витража, по мнению мастеров, преждевременно. Мечтой остается воссоздание комплекса витражей дома братьев Елисеевых. Цветная реконструкция представляет здание в вечернем свете. Этот гимн модерна, оставшийся на старых фотографиях, мог бы стать новой визитной карточкой Невского проспекта. Алексей Алеферу, Георгий Фоменко, Сергей Ларичев, Петербург. В Саранске на ежегодном фестивале кукольных театров «Карусель сказок» свои лучшие спектакли представляют кукловоды из городов Поволжья. Первыми на сцену Мордовского театра кукол вышли гости из Чебоксар. Чувашский театр кукол представил спектакль «Лопоухий и Люк». Главный герой постановки – слоненок, который отправляется в необыкновенное путешествие из Индии в Чувашию. Режиссер постановки Юрий Филиппов, он же исполняет в спектакле все роли. Наш выпуск завершен. Я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи.